зовут Сильвия, рада видеть вас на своем канале. Это мое второе видео с заготовками еды на несколько дней, потому что первое прошло просто на ура, чему я очень рада. А у меня осталась целая куча идей и рецептов, которыми я хочу с вами поделиться. И вообще, я думаю сделать такую постоянную рубрику на моем канале «Заготовки еды на несколько дней». А сейчас давайте без долгих предисловий и разговоров я вам все покажу и расскажу. И начнем с приготовления завтрака. 250 грамм овсяной крупы. Именно крупы, это где-то 1,5 стакана, нужно хорошенько промыть и залить 1,5 литрами чистой воды. Отправляем все это дело на плиту, доводим до кипения, уменьшаем огонь и готовим до полного впитывания влаги. Вот что у нас получилось. Теперь я хочу вам показать быстренько, как я эту самую овсянку готовлю. Насыпаю ее на дно, потом сверху посыпаю изюмом и семенами граната, тыквенными семечками, моими любимыми, кокосовая стружка, она придает восхитительный аромат, ну это, конечно же, на любителя. Нарезаю туда один банан. Перемешиваю все, и мой завтрак готов. В последнее время я завтракаю именно так. Теперь займемся новым блюдом. Это будет рис с приправами, ароматный, вкусный рис. Беру 1 стакан пропаренного риса, промываю, заливаю 3 стаканами воды. И добавляю туда приправы. Кстати, это не реклама, мне действительно нравятся эти приправы. Это сушеные овощи. И приправа для плова. В ней содержится барбарис. И куркума. Остальные ингредиенты я не запомнила. Но выходит очень-очень вкусно. Перемешиваем все это дело. Теперь нужно морковь нарезать соломкой. Отправляем морковь к рису, солим, снова перемешиваем и готовим без крышки до полного впитывания влаги. Новое блюдо, сейчас мы будем готовить фасоль и кукурузу в томатном соусе, это вкусняшка еще та. Для этого нам понадобится нарезать лук и чеснок для зажарки. Готовить я буду на кокосовом масле, но в принципе можно использовать любое другое растительное масло. Обжариваем лук и чеснок. Сразу же добавляем приправы, чтобы они успели раскрыться, придать свой аромат. Это у меня перец чили, мой любимый. У меня здесь кориандр. И зира. Там на заднем фоне у меня кипит мой рис. Перемешиваю все это дело и обжариваю до появления золотистого цвета. Теперь настало время томата. Это домашний томат, но можно заменить его и покупным аналогом. Сюда же сразу отправляю замороженную кукурузу и фасоль. Кстати, фасоль я готовила сама, и в предыдущем моем видео о заготовках еды на несколько дней вы можете это увидеть. Доливаю где-то 200 мл воды. Перемешиваю все это дело и готовлю снова без крышки. Где-то минут 20, не более. Новое блюдо. Мы будем запекать овощи. Для этого нам понадобится брокколи. Брокколи нарезаем крупно, на такие вот кусочки. Потому что оно быстро готовится, мельчить не стоит. Кочерыжку я тоже использую, очищаю ее и отправляю к остальным брокколи. Нарезаем кабачок. Нарезать можно произвольно, мне нравится вот такая вот ширина, где-то 0,5 сантиметра, 1 сантиметр. Морковку надо нарезать потоньше, потому что она готовится долго. Закатилась куда-то моя морковка. Теперь время тыквы.
Тыкву нарезаем на квадратики. Теперь сюда мы добавляем приправы. Это, конечно же, перец чили. Я люблю остренькое. Ну, этот шаг можно спокойно не предпринимать. У меня здесь сушеный розмарин. И мои любимые зира и кориандр. Солю все это дело, перемешиваю. Теперь выстилаю противень бумагой для запекания. Есть у меня такое масло, которое можно разбрызгивать. Так вот им и буду разбрызгивать нашу бумагу. Опрыскивать. Ну вот, на нее высыпаю овощи. И сверху тоже сбрызгиваю слегка маслом. Это очень удобно, много масла не используется. Выпекаю 25 минут при 200 градусах Цельсия. Теперь мой милый трюк. Это перемолотый лен и кунжут. Кунжут у меня здесь золотой и коричневый. То есть лен у меня здесь золотой и коричневый. Лен — это отличный источник омега-3. Обязательно добавляйте его в ваше блюдо. Он не имеет особо выраженного вкуса, даже такой приятный слегка ореховый вкус. Ну, в общем, блюдо он точно украсит. Любое, это может быть и салат, и суп, а в общем, все что угодно. И то же самое делаю с кунжутом. Кунжут у меня самый обычный белый, но он является отличным источником кальция. Думаю, мы их так и называем, омега-3 и кальций. Пересыпаю в баночку, как видите, мне на донышке немножко осталось с прошлого перемалывания. Это мои стандартные баночки для льна и кунжута. И вот что у меня получилось. Теперь эти баночки отправляются в холодильник. Новое блюдо — это салат с оливками. Он очень вкусный, ребята, я на него просто подсела. Для этого нам нужно нарезать оливки или же сразу взять нарезанные. Я буду готовить целую банку, это где-то 400 грамм. Кстати, оливки обязательно нужно помыть перед готовкой, да, чтобы убрать лишнюю соль. Нарезаем лук полукольцами, отправляем к оливкам. Мелко крошим петрушку. И отправляем туда же. Теперь нам понадобится гранатовый соус. Он называется наршараб и обладает таким приятным кисло-сладким вкусом. К тому же он очень-очень полезный. Берем такую столовую ложку этого соуса. Не жалеем, перемешиваем. Добавляем немного черного перца или много черного перца. Кто как хочет. Снова перемешиваем, и, в принципе, наш салат готов. И вот что у нас получилось, ребята. Овсянка. Ее мне хватит на несколько дней. Вот столько вот. Наш пряный рис. Фасоль и кукуруза в томатном соусе. Та еще вкусняшка. Попробуйте обязательно. Салат с оливками, он спокойно может храниться в холодильнике несколько дней, но обычно так долго он не выживает, потому что съедается буквально сразу. Собственно, запеченные овощи. И сейчас я хочу вам показать, как я укомплектовываю себе обед на работу. У меня здесь рис, фасоль с кукурузой, и сейчас я добавлю немного салата с оливками. Лук я, конечно же, есть не буду, я его там сразу и вытащу. И немного овощей. Очень люблю брокколи запеченные, гораздо больше, чем просто вареные или сырые. И
сегодня вот что у меня получается на обед. Мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что оно было для вас интересным, информативным, полезным. Я снимала его с большим удовольствием. И если вам оно понравилось, то я жду ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также в комментариях хочется услышать ваши отзывы, идеи, предложения, пожелания. Все, что придет вам в голову, потому что мне очень важно получать от вас отдачу. Мне интересно то, что вы пишете. Я все читаю, и этот плюс один от меня. И да, до скорых встреч!